Россия не намерена останавливаться на захвате только 4 украинских областей. В планах Москвы оккупации еще 5 регионов Украины, и это минимум. Об этом сообщает британская разведка. Россия не будет останавливаться на достигнутом. В случае продолжения боевых действий в 2024 году Украина рискует потерять еще 5 областей, если только не сумеет остановить продвижение российской армии и отбросить ее к границам хотя бы 2022 года. По версии британцев, в Кремле уже подготовлен план по захвату и дальнейшей интеграции в состав России южных и центральных областей Украины. То есть Киев будет отрезан от моря, после чего потеряет для Запада свою ценность. По информации МИ-6, командование российской армии готовит наступление, которое начнется при ослаблении натиска ВСУ. Для этого на границе скапливаются резервы и формируются новые части и соединения, которые в зону спецоперации не вводятся. Задача этих бригад будет разгром ВСУ и захват новых территорий. Всего, как заявляют в Лондоне, Россия может задействовать в наступательной операции до 1 миллиона человек. Данные о возможном наступлении и потере территории британцы уже довели до генштаба ВСУ и офиса Зеленского. Пускай теперь у них голова об этом болит. МИ-6 передали разведданные в офис президента и генштаб, что Кремль подготовил план захвата 5 областей Украины, если война продлится в 2024 году. Сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники в военном ведомстве. Ранее Зеленский заявил, что украинское контрнаступление не будет останавливаться ни осенью, ни зимой. ВСУ будут и дальше прорывать оборону российской армии. Осталось только мобилизованных побольше набрать.